Но мы совершили грубейшие ошибки, за которые нас наказали. Вот и все. Поэтому здесь пенять можно только на самих себя. В чем причина, будем разбираться, там самоуверенность это или неуверенность, или это какие-то другие проблемы, это мы разберемся. Но совершенно очевидно, что ну, команда находится в нормальном состоянии, команда хорошо двигалась, создавала моменты, но вы видели сами, мяч в ворота не шел, а в наши, видите, залетело, можно сказать, что при минимуме моментов два мяча мы пропустили. Можно сказать, что соперник был более мотивирован или... Ну, мотивирован, если соперник играл лучше, но я не знаю, как оценить, там, не хочу оценку сопернику давать. Я считаю, что у нас было материальное преимущество, у нас было, я уверен, что большое преимущество в созданных моментах, в количестве ударов, поворотов, в штрафных, угловых и так далее. Были штанги, перекладины, вы видели, были какие моменты, поэтому здесь речь не о мотивации, здесь речь идет... Ну, может быть, о везении, игровой дисциплине. Ну, я думаю, что все вместе взято. Что сказали ребята на раздевалке? Что сказал? Ну, это наши проблемы. Ну, пожелал, чтобы такого кошмара больше не было. Естественно, выход один, лучше трудиться. Значит, надо создавать еще больше моментов. Может быть, я не знаю, ну, подумать, где поискать резерв для усиления. Повлиял ли как-то на игру двухнедельная пауза в чемпионате? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что вы подразумеваете. Как-то, ну, это что, как-то? Команда в тонусе, она в определенном ритме, режиме, если он нарушается, то... Ну, я скажу, если бы у нас не получалась вообще комбинационная игра или были проблемы в организации игры, я бы мог сказать. Но я сегодня... Видел только проблемы в том, что футболисты допускали ошибки. Природа этих ошибок, надо разбираться, потому что, знаете, отдать поперечный пас прямо на ногу сопернику из своих ворот, знаете, я думаю, что ни один болельщик, даже попивший пиво, не представит, что такое можно совершить. Поэтому, знаете, как надо разбираться, почему футболисты совершают такие ошибки. А что касается перерыва, то он нам нужен был, потому что мы сыграли очень много матчей в августе. И поэтому перерыв в любом случае для нас, он должен пойти на пользу. Как будет дальше, посмотрим. Впереди матчи серьезные. Вот, будем готовиться, будем настраиваться.